Далее прослушивание участников второй возрастной группы. Алина Большеданова. Пьеса для флейты и фортепиано для мамы. Исполнители. Партия флейты. Автор. Партия фортепиано. Альбина Большеданова. Мария Жижина. Пьеса для фортепиано «Чихуахуа». Исполняет автор. Михаил Завгородний. Две пьесы для фортепиано. Вальс и танец. Исполняет автор.
Анна Синельник. Две пьесы для фортепиано. Вариации «Моя песня». Исполняет автор. Евгений Уткин. Две пьесы для фортепиано. «Осенний ветер», «Ярмарка». Исполняет автор.
Егор Черный. Пьеса для фортепиано «Соловьиный вальс». Исполняет автор.